Хотел бы поздравить нашего любимого и уважаемого президента Ильхама Алиева с наступающим днем рождения и пожелать ему, чтобы он всегда оставался таким мудрым лидером. И помимо этого, спасибо ему за то, что на своем веку мы смогли увидеть, как наш народ смог буквально за одну неделю сплотиться и показать, на что способны истинные азербайджанцы и кто такие азербайджанцы по всему миру, каждому соседу и каждому неприятелю в том числе. Сделал нас победителем. Это самое главное, что наш народ сейчас, сегодняшний день, победитель. Мы с этим гордимся, с этим очень гордимся, что у нас такой президент. Возвращение наших земель, я считаю, что это огромная заслуга нашего президента, в первую очередь. Также социальная сторона вопроса, то есть вот сейчас буквально недавно был принят закон о том, что декретный отпуск будет считаться в стаж, рабочий стаж. Ну, я считаю, что наш президент один из лучших президентов в мире. Every year we come here, you know, and your president, your government. Мы с семьей приезжаем сюда каждый год. В Азербайджане безопасно. Это очень важно. Вне зависимости от времени суток, можно спокойно передвигаться по городу и чувствовать себя в безопасности. Нам здесь очень нравится. Мы очень любим вашу страну. Все люди, которых я встречал, с кем общался, я всем задавал интересный вопрос. А как вы относитесь к президенту? Никто мне не сказал, что к нему относятся как-то негативно. Все относятся с большим уважением. Желаю вашему президенту процветания и процветания вашей стране. Вклад, который он внес в нашу страну, неоценим. Начиная с его отца, и, конечно, он как бы продолжал. Это победа Карабахской войны, возвращение земли. Это очень большая его заслуга, конечно же. Я приехал из России, и вот редко приезжаю, но вижу, как очень круто стало здесь, в Баку, реально находиться. Мне очень понравилось, как бульвар развился, как город в целом красивый стал, да, дороги прекрасные. Вот. По крайней мере, мы живем намного лучше и спокойнее, чем сейчас в данный момент другие страны. Создает, строится, везде все. Ну, по душе нам главное. Дай Бог ему здоровья. Хочу сказать пару приятных слов о нашем прекрасном президенте Ильхаме Алиеве. Как много хорошего сделал для нашей страны. Во-первых, у нас мирное небо над головой. И это все, конечно же, благодаря Ильхаму Алиеву за то, что он такой правильный у нас, хороший президент. Считаю, это большой плюс для страны. Я хочу его поздравить, пожелать ему здоровья. А что касательно новшеств, ну, конечно же, это Асан Хидмет, которым мы все пользуемся. И это отличная задумка, которая только приносит людям положительное. И плюс, конечно же, она убирает фактор коррупции, потому что люди могут совершенно спокойно, подойдя туда, заплатив там минимальный какой-то рисун, получить там, обновить свой документ там. А что касательно меня, ну, конечно же, общество, в котором мы живем, и безопасность, и как бы чистое небо над головой. А что может быть лучше этого? Я хотел поздравить нашего президента, пожелать ему много здоровья. Во-первых, хотел выразить большую благодарность за то, что он делает для нашей страны и для нас. Я хотел выразить большую благодарность за то, что он помог нам вернуть наши земли обратно. Это очень большое достижение, и мы все, как азербайджанцы, гордимся этим. Также я хотел сказать большое спасибо за службу, как Асан Хидмет, Ишбарис Горта, который нам помогает и делает нашу жизнь намного легче, как гражданам Азербайджана.